XX, с вами Билли Викс, и в этом видео мы с вами рассмотрим всех Рошель Гойл в линейке Monster High из разных серий. На конец ноября 2015 года их всего 11 в коллекции кукол Monster High, но у меня здесь присутствует 10. Кого же не хватает, напишите в комментарии. С Рошель Гойл нужно быть поосторожнее. Дочь Гаргулей несколько агрессивна, правда, от этого чаще всего страдает она сама. Несколько веков девушка провела на крыше одного из парижских соборов. И, видимо, еще не привыкла к тесному общению с себе подобными. Но, несмотря на несдержанность и импульсивность, Рошель Гойл очень добра. Этой милой девушке всего лишь 415 лет, и вся жизнь у Рошель Гойл еще впереди. Кукла – дочь французских гаргулей, и большую часть своей сознательной жизни Рошель провела на крыше французского собора Нотр-Дам-де-Пари. В определенный момент героиня Monster High решила, что с гаргульями ей очень скучно, и они даже ее раздражают, поэтому она отправилась учиться, и школа монстров стала ее новым домом. Рошель бывает очень резка и часто бросается защищать своих друзей, которых ей подарила школа монстров, в неподходящие моменты, когда друзьям защита откровенно не требуется. А на спор девушку может вызвать даже самая незначительная мелочь, поэтому с Рошель Гойл нужно быть поосторожнее. У Рошель очень милые крылышки за спиной и очаровательные ушки, проступающие через голубые и розовые пряди. В гардеробе Рошельки преобладают серые цвета, которые навевают ностальгическое настроение. Героиня Monster High в восторге от всех оттенков серого цвета. Из сладостей Рошель Гойл отдает предпочтение каменным леденцам. Все-таки воспоминания о первых столетиях жизни, проведенных среди каменных гаргулей на крыше Нотр-Дама, дают о себе знать. Девушка Рошель Гойл не переносит голубей, и, видимо, эта ненависть тоже связана со временем, проведенным на крыше величайшего парижского собора. В свободное время Рошель с удовольствием занимается скульптурой. У куклы есть любимое животное, и это милая гриф-гаргулья по имени Ру. Несмотря на то, что школа монстров очень нравится Рошель Гойл, у девушки есть нелюбимый предмет – это плавание. Как только Рошель Гойл соприкасается с водой, она сразу же камнем идет вниз. А вот положительные эмоции у дочери Гаргульи вызывает архитектура, ведь она столько времени провела в непосредственной близости к зданиям. А на этом все. Напишите в комментарии, понравилось ли вам мое видео. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши лайки. Находи меня в соцсетях, ВКонтакте и Инстаграме. Если что, все ссылки будут в описании под этим видео. Всех вас люблю. Be cool and crazy. Пока!